Смотри, собака, там, смотри. Вон он, Дед Мороз пришел. А еще половинки у тебя остались. Доска осталась, нож остался. Груша. Доска. Не знаю, куда положить. Вот, да-да, вот так пальчиком придерживай, заезжай. Надо было с доски начинать, потому что. Тут у тебя доска. А нож? Нож сюда. Угу. Никак сюда. И кто это тут у нас кушает? Кто это кушает? Из косулки. Да, сегодня мы ходили на праздник, да, к Деду Морозу. Но Димочке не достались конфеты. Дима, да. Малыш, не достались тебе конфеты, да? Нас в толпе чуть не притоптали. И мама пообещала Диме хорошую конфетку дать, да? Мама обещала, Дим? Обещала маму конфетку. Вот, к чему я все веду. Дима сегодня первый раз будет пробовать киндер-сюрприз. Смотри. Выбирай любой. Какой? Этот? Вот этот. Бери тот. Это киндер-сюрприз. Мама себе... взяла тоже. Ты не знаешь, что это такое, да? Это киндер. Да, это киндер-сюрприз, правда. Так, смотри, она вот открывается вот тут вот. Вот тут открывается вот это вот. Ну, можно просто... Это фольга, ее можно просто оторвать. О, вот она пошла. Открывай. Вот, а там смотри внутри, что... Кофейка. Угу. Ну, она с сюрпризом. Она вот так... Опа, ломается вот так вот. Оп, открывай ее. Ковыривай, оп, над столом. Смотри, что. Кофейка. Вот это вот конфетка, а там игрушка. Ну-ка, возьми в ротик вот эту конфетку. Попробуй. Дима шоколад вот так сейчас ест почти первый раз. Диме 3,5, а тут игрушка. Давай, у тебя руки грязные. Еще добавка. Так, сейчас надавить надо. Опа, о, там с мелкими деталями что-то. Давай, ее надо вот так высыпать. Высыпать. Ай. Там еле вылазит. Это еле. Что-то там собирать надо. Это я не знаю, собирает там что-то. Там машинка маленькая, ее надо собирать. Аккуратнее, чтобы не раскрошилось. Ну-ка, вкусно? Вкусно. Еще бы вкусно, да? Это называется киндер-сюрприз. Падает. Я тут чуть-чуть. Угу. Вкусно? Ням-ням? Понравилось? Ням-ням. Мы в детстве, я помню, такие любили. Ой, как я помню, ждала. Такой киндер-сюрприз и шоколад нравился. Интересно было, что же там за игрушка. Родители нам редко, очень-очень редко покупали. Очень редко, да? Очень редко. Очень редко покупали.
Над столом ешь просто. Вот, кусай на стол. Как маленький хомячок прямо. Да? Да. Покраснее чуть-чуть. У Димы была когда-то аллергия немножко на шоколад, чуть-чуть было что-то. В основном на мед. На сахар вроде нормально. Посмотрим. Предновогодние пробы проведем с тобой. Как тебе? Пробы, да. А то ребенку уже 3,5 года, а он вообще даже не пробовал ничего. 8. Праздника там толком никакого не было. Не было. Не было. Пофотографировались они там с Дедом Морозом все. Дед Мороз так кое-как одет. Как-то не как в нашем детстве. Прям было хорошо. Борода хорошая такая была. Все. Вот. Такой так лишь бы для галочки. Дети, конечно, ждали, видимо, побольше конфеток. А там, что там, по одной, по две выдали конфетки и все. Такие были коровка. Там еще что-то. Такие. Да? Да, да. Да, да, да. Только сами я ем. И себе, мама. Себе такое вот. А ну вот у меня выбрала ребенок. Так, кстати, что у нас в составе? Ну, состав, конечно, наверное, здесь, да. Большой, но иногда можно, да, Дим? Можно, можно. Можно, можно. Киндер-сюрприз. Будешь теперь у бабы просить. Киндер-сюрприз. А где киндер-сюрприз? Да? Да. Киндер-сюрприз. Угу. Ну вот, мама сдержала обещание? Сдержала мама обещание. Обещала мама тебе хорошую вкусную конфетку? Писала мама вкусную конфетку. Дала, да? Да. А там вот еще игрушка маленькая у тебя будет. Какая-то вон, видишь, машинка. Ее надо собирать. Тут инструкция. Раньше-то все помните, наверное, был киндер. Киндер был, а в них были эти бегемотики, я помню. Такие какие-нибудь игрушки цельные. Цельные мне больше нравились. Вон инструкция. Я знаю, как здесь забивать. Да, я сама соберу тебе. Ты ее разобьешь. Попала ли она была уже? А что будет читать, я тут буду. Ах, ты читать там будешь? Че? Ну, читай, читай. Напачкай, умею убрать за собой. Дима весь стол перепачкал красками белыми, хоть белыми. Теперь вымывает все. Да? Старается. Ты тряпку переверни, да не будет она мазюкать так. Дмитрий Мазюкин. Ты Мазюка? Убираешь за собой, молодец. Пук. Ты падаешь.